Вносится государственный флаг Российской Федерации и штандарт президента Российской Федерации. В Андреевском зале дворца установлен подиум для президента России Владимира Путина. Торжественная церемония расписана по минутам. На всю церемонию отведен ровно один час. Вносится Конституция Российской Федерации и знак президента Российской Федерации. Сегодня Владимир Путин получит этот символ государственной власти в России из рук своего предшественника, первого президента России Бориса Ельцина. Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Комендант Московского Кремля генерал Стрыгин. Владимир Владимирович Путин. Избирательной комиссии Российской Федерации Александр Альбертович Вишняков. Что 26 марта 2000 года строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о выборах президента Российской Федерации состоялись досрочные выборы президента нашей страны. Зарегистрированного кандидата Путина Владимира Владимировича проголосовало 39 740 434 избирателя. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу народу России. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня я обращаюсь к вам. Именно к вам, потому что вы доверили мне высший государственный пост в стране. Я понимаю, что взял на себя огромную ответственность. Но что я обещаю, что я действительно могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто и честно. Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач. И каждый день и каждую минуту служения Отечеству помнить. У нас одна Родина, один народ. У нас с вами одно общее будущее. Спасибо. Производится артиллерийский салют из 30 залпов.